Why do you hate us? Почему вы так ненавидите нас? It isn't a matter of hate. Дело не в ненависти. Это биологическая неизбежность. Я не понимаю, почему мы не можем просто жить вместе. Если мы будем сосуществовать, мы подчиним вас. Это неизбежно. Мы все существа, наделенные жизненной силой. Теперь нас столкнули, чтобы посмотреть, кто выживет. Это жестокий спорт. Жизнь — это жестокость. Каждый вид чувствует, что вымирает. Оставшиеся в живых будут завидовать мертвым. Человеческая раса будет сказкой для их детей, мифом.